Всем привет, с вами я, Ева Эльфи, и сегодня мы поговорим с вами о том, что же нравится актерам в их профессии. У меня уже выходил ролик о том, что же бесит актеров, посмотри его здесь. А сейчас мы поговорим о том, что же нам нравится в нашей профессии. Сегодня рассказывать буду не только я, но и мои коллеги актрисы. Ссылки на их инстаграм вы найдете в описании к этому ролику. Не забудь на них подписаться, им будет приятно. Плюсом является то, что к тебе относятся как к звезде. Действительно, у меня просто был опыт, когда меня приглашали сниматься в клип, и о тебе никто не заботится вообще. А вот когда тебя приглашают сниматься в тебе и бронируют и отель, и жилье. Нравятся мне в съемках результаты и отклик публики, которая смотрит твои видео, которые радуются, которым нравится, и это дает тебе стимул придумывать еще более интересные сюжеты, снимать и не останавливаться. Самое главное, что мне нравится, это, конечно же, то, что твоя работа состоит из того, что тебе нужно заниматься сексом, и это классно. Не нужно сидеть в офисе, не нужно просыпаться в 8 утра и ходить на работу в пятидневку. У тебя свободный график, ну, одни плюсы, казалось бы. Но нет, минусы тоже есть, ролик здесь. Привет, я Элис Бонг, и догадайтесь, кто я? Да, я... Мне пришлось задуматься над вопросом, что же все-таки мне нравится больше всего. И я пришла к выводу, что, наверное, мне нравится запариваться над процессом. Над процессом во время съемки и над процессом до ее начала. Я имею в виду работу со светом, работу с образом. Помимо косплеев мне нравится собирательные образы. Вот, это то, что меня будоражит, то, что оставляет меня здесь, потому что необходимо подходить к решению задач нестандартным способом. Вот, и я надеюсь, что в вашей работе вам будет нравиться то же самое. Большим плюсом оказалось потом, что очень много красивых людей в индустрии. Ты можешь просто любоваться всеми девушками, мужчинами. Они все такие красивые, молодые, ухоженные. Это просто визуально приятно. Мне нравится наслаждаться девушками в индустрии. Всем привет, меня зовут Соня Блейз, и я в индустрии уже 5-й месяц. Я снимаюсь для таких продакшенов, как Vixen Black. И я хочу сказать то, что в новой профессии меня очень радует путешествие, потому что за красивой картинкой мы едем в красивые места, и просто за какие-то 5 месяцев я объездила, наверное, стран 10, и это просто невероятно, просто взрывает мозг, очень круто. Вообще, когда я начинала работать актрисы, мне очень сильно нравилось то, что я могу путешествовать. Ну, конечно же, в эпоху коронавируса все изменилось, но тем не менее, для меня остается главным плюсом то, что многие компании находятся в разных странах, и они оплачивают тебе перелеты, проживание, питание, и ты работаешь и путешествуешь. Для меня это главный плюс. Придумать что-то новое мне всегда нравится. Я люблю собирательные образы, люблю всегда менять атмосферу в своих видео. Но это можно и так заметить. В общем, это то, что меня привлекает, то, что меня оставляет здесь, и то, что мне нравится больше всего. Плюсом еще является то, что когда вы снимаете, вы живете в каких-нибудь классных локациях. Это очень дорогие квартиры в центре Праги, в центре Барселоны, Америки. Центр Америки, это что? Также мне нравится доверие на съемках и вообще дружелюбие и понимание съемочной команды. Допустим, меня очень поддерживает и бодрит то, что, допустим, когда кто-то снимает анал, то никто из съемочной группы, ну, из этических каких-то соображений вообще не появится перед актрисой с какой-то булкой там в руке или чем-то таким, ну, потому что ей нельзя кушать, и они ее уважают этим. Большим плюсом, естественно, является финансовый фактор. То, что ты можешь зарабатывать много. Я, например, купила себе дом на Бали за $1 миллион. А если ты не видел ролик, посмотри его здесь.
как я делаю обзор по своему дому на Бали. И мне очень нравится то, что, ну, что бы ни происходило, всегда существует импровизация, и за счет этой импровизации мне нравится, как процесс становится намного веселее, и время идет намного быстрее, и, в общем, дни вот так вот проходят, и ты даже не так сильно устаешь. Большим плюсом является то, что ты можешь попробовать что-то необычное в сексе, потому что режиссер ставит перед тобой интересную задачу, например, заняться сексом на улице, на крыше, под дождем, в воде. То есть это действительно интересный опыт. Работа актрисы интересна тем, что ты можешь познакомиться с людьми, на которых сам же раньше и дрочил. У меня была такая история, что я познакомилась с Лиа Лулу на награждении Papa Awards в 2019 году. Да, и было так интересно увидеть их лица, потому что они же работают без лица. Такое, ого, вот как вы выглядите. Например, познакомиться с Райли Рид, познакомиться с Ланой Роуз. Это интересное ощущение. Спасибо девочкам, что рассказали о плюсах в своей профессии. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментарии ваши вопросы по индустрии с хэштегом «Вопрос Еве», и я выпущу ролик, где буду отвечать на самые интересные. В прошлый раз такой ролик очень хорошо зашел. Если ты его не видел, ссылка на него здесь. Не забывай подписываться на мой телеграм-канал. Там я публикую свой горячий контент и общаюсь с своими подписчиками. Спасибо девочкам, ссылку на них вы найдете в описании к этому ролику. А с вами была я, Ева Эльфи. Всем пока-пока, до скорых встреч!